Здравствуйте! Вас приветствует коллектив программы «Печорский калейдоскоп». В студии Инна Климова. Сегодня в выпуске. Возвращайтесь домой в том же составе, мужчины. В ночь с субботы на воскресенье очередная отправка в рамках частичной мобилизации. Профессиональный праздник педагогов, людей, кому мы доверяем самое дорогое, наших мальчиков и девочек. Новый тренер по самбо в школе Олимпийского резерва. Крутой тренер, легендарный. Что делать, когда на душе тревожно, советуют дети. Теперь об этих и других новостях подробнее. Вторая и третья партии мобилизованных отправились на пункт сбора в Княжпогост. Вторая партия – 34 человека в ночь со 2 на 3 октября. Они пройдут обучение и приступят к защите новых российских территорий. Печора провожала своих мужчин, скажем так, по-домашнему. На улице моросил дождь, поэтому работники торгового комплекса «Нефтяник», учитывая опыт первой отправки, гостеприимно распахнули двери всем желающим. Можно было зайти, погреться, выпить чашку горячего чая, посетить санитарную комнату. Множество печорцев откликнулось на призыв помочь обеспечить солдат предметами первой необходимости. В итоге были скомплектованы наборы по количеству отбывающих. Одна из кулинарий города также передала для каждого из них продовольственные пайки. Ночь с 8 на 9 октября. Третья партия мобилизованных. 30 печорских мужчин отправились на сборный пункт Княжпогост. Thank you.
Печорский калейдоскоп. И еще информация, которая касается частичной мобилизации. На госуслугах заработали сервисы по частичной мобилизации. Жители республики могут подать жалобу на повестку, которая пришла по ошибке вам или вашим родственникам. Также каждый может записаться добровольцем для участия в специальной военной операции. В Минэкономразвития Коми заработала горячая линия для предприятий по вопросам частичной мобилизации. Позвонить на горячую линию смогут системообразующие предприятия региона, малый и средний бизнес и самозанятые. Свои вопросы можно задать по номеру, который вы видите на экране. Также министерство будет собирать и фиксировать самые часто задаваемые вопросы от работодателей и размещать ответы на сайте ведомства. Глава Коми подчеркнул, что правительство республики обеспечит жителей, призванных по частичной мобилизации, необходимой экипировкой, окажет поддержку их семьям, а также будет строго следить за соблюдением трудовых прав резервистов. Для обеспечения дополнительной защиты и безопасности мобилизованных жителей республики планируется приобрести дополнительные предметы амуниции к базовому набору, который выделяется Министерством обороны России. Вы смотрите «Печорский калейдоскоп». На другую тему. На этой неделе мы поздравляли с профессиональным праздником тех людей, кому доверяем самое дорогое – дочек и сыночек. С праздником, педагоги! Учителя, ваш труд как жизнь бесценен, хотим вам поклониться до земли. Желаем вам надежды, веры и большой любви. Радости пускай искрится ожерелье школьных лет. В душах и сердцах пусть сохранится, в душах и сердцах пусть сохранится вечных истин негасимый свет. Профессия учителя очень сложная профессия на самом деле. Потому что и результаты труда у разных профессий видятся по-разному, и ошибки тоже. Художник, если неправильно нарисует картину, ему, конечно же, укажут. Если какой-нибудь градоначальник неправильно отремонтирует тротуар, его тут же ткнут носом. Ошибки учителя не так очевидны. Они заметны гораздо позже, но они не менее важны. И именно это порождает очень главное качество, которое есть у всех наших учителей. Это ответственность перед собой. Именно это порождает то доверие у родителей, которые доверяют вам самое дорогое, что у них есть – своих детей. И из каждого ребенка, причем это абсолютно разные дети, вы, находя к ним индивидуальный подход, все-таки готовите и в конечном итоге провожаете в жизнь достойных людей нашего общества. Это касается и послушных отличниц и отличников, и таких шалопаев, как я, но в конечном итоге все они становятся достойными гражданами. Поэтому позвольте пожелать вам всем счастья, удачи и терпения, выразить огромную благодарность за ваш самоотверженный труд, и пускай ваша молодость душевная длится как можно дольше. Спасибо вам. Герлиц Марина Михайловна, заместитель директора по административно-хозяйственной части детского сада номер 35. Гордеева Татьяна Алевтиновна, учитель начальных классов школы номер 10. Дюкина Гульнара Рашидовна, учитель русского языка и литературы гимназии номер 1. Жогина Ирина Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе гимназии номер 1. Зинкевич Валентина Анатольевна, учитель английского языка школы номер 3. Манькова Галина Вадимовна, учитель начальных классов школы поселка Кожево. Сатула Ирина Александровна, методист отдела по информационно-методической работе управления образования муниципального района Печора. Смолинска Ольга Дмитриевна, старший воспитатель детского сада номер 22. Терентьева Яна Брониславовна, директор детского сада номер 35. Филиппова Валентина Семеновна, младший воспитатель детского сада номер 11.
Шибовалова Виктория Александровна, директор Дома детского творчества. Кизяев Юрий Васильевич, преподаватель, организатор основ безопасности жизнедеятельности школы номер 53 поселка Изяю. Михеев Александр Леонтьевич, педагог дополнительного образования, руководитель объединения авиамоделирования Дома детского творчества. Андреева Светлана Викторовна, инструктор по физической культуре школы номер 10. Бак Алексей Гейзович, учитель математики школы номер 10. Буслаева Наталья Юнировна, учитель русского языка и литературы школы поселка Луговой. Гумарова Таисия Валерьевна, воспитатель детского сада номер 36. Демидова Татьяна Анатольевна, заведующий хозяйством детского сада номер 25. Ефремова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов школы номер 10. Казанцева Марина Ивановна, воспитатель детского сада номер 36. Кравченко Татьяна Николаевна, воспитатель детского сада номер 16. Лыткина Светлана Анатольевна, учитель иностранного языка школы номер 10. Берег Надежда Ивановна, учитель физической культуры школы поселка Кожва. Романюк Елена Альбертовна, учитель географии школы поселка Луговой. Синельникова Светлана Васильевна, воспитатель детского сада номер 18. Симакова Анна Анатольевна, учитель технологии школы номер 10. Смирягин Виталий Викторович, учитель технологии школы номер 10. Шевченко Татьяна Николаевна, учитель технологии школы поселка Кожва. Смотрите Печорский калейдоскоп. А мы продолжаем выпуск. В школе Олимпийского резерва приступил к работе новый тренер по самбо. Легендарный тренер. Заслуженный мастер спорта ветеран. Пятикратный чемпион мира по самбо среди мастеров. Неоднократный чемпион России среди мастеров. В своем родном городе Рязани, который называют самбистским городом, Виктор Васильевич единственный, кто выигрывал чемпиона мира 5 раз. Сейчас Виктор Васильевич по приглашению Федерации самбо Печоры тренирует наших самбистов. Меня заманили они именно что развитием школы самбо. То есть захотелось мне воплотить свои, можно сказать, планы и наметки по тренировкам новым, именно по самбо. И в широком этом части вот этот аспект самбо – это не просто тренировки на ковре, это еще и вне ковра, это физическая подготовка усиленная, специальная физическая подготовка усиленная. И поэтому обратить внимание именно не просто на выполнение, например, упражнений, а на правильное выполнение упражнений. Как зачастую смотришь в других секциях, ну во многих, неправильно дети делают, например, те же самые приседания. А это влечет потом в дальнейшем неправильное выполнение упражнения, травмы и просто плохое настроение. Мне нравится работа, именно живая работа с детьми, исправлять, учить, видеть, как они становятся сильнее, видеть, как они лучше начинают двигаться на ковре, выполнять там приемы, выполнять упражнения. Потому что, если взять даже по физической подготовке, которую я начал, я 4 или 5 сентября мы первую тренировку провели. Ребята были, задохнулись все, ну, умерли, грубо говоря. Сейчас они уже работают, они говорят, насколько мы стали сильнее. Они сами говорят, они сами чувствуют, что насколько мы стали сильнее физически, просто буквально за этот месяц. У меня и взрослые, и малыши, то есть со всеми веду я отдельные программы. У меня с малышами у меня программа «Начальная гимнастика» с силовыми элементами. С более старшими ребятами, с ними уже идет курс «Новобранец», так я его называю, «Новобранец», «Кроссфит самбо». И со старшими, со всей группой, с ними веду сейчас более сложную силовую работу. Там мы много работаем с гирями.
Поставили задачу на этот учебный год, чтобы печорские самбисты заняли лидирующее место и в республике, и на северо-западе, чтобы процентов 50 попали на первенство России. По максимуму хотим вывести на уровень, чтобы на России, на первенстве России, ребята выступали достойно и могли уже занимать какие-то места. Не только там приезжать и участвовать, но быть конкурентоспособными. То есть не может занять даже призовые, могут занять места, если все у нас. Но этот кропотливый труд, это не один месяц, даже может быть не один год. Когда-то Виктор Васильевич сам 8-летним второклашкой пришел в секцию самбо в Рязани. Говорит, повезло. Его первый тренер, по сути, требовал от него того же, что сейчас Виктор Васильевич требует от своих подопечных. Сначала научил безукоризненно правильно падать. Ребенок должен уметь это делать без травм. Даже экзамен такой сдавали – на падение. Только после этого допускали к выполнению приемов. Закончил Виктор Васильевич школу, поступил в педагогический институт, спортивный факультет. Естественно, тренировался, выступал на соревнованиях. Но наступил момент, когда стал считать, что старый он уже для самбо. Так сложилось, что после института приехал в Печору. Устроился учителем физкультуры в 8-й интернат. Начал работать, все нормально. Но все равно душа-то вот просит, душа просит. Начал искать, где тут школа самбо. Нашел, в школу сам прихожу, там Анатолий Александрович Данилов. Я говорю, вот такой-то, такой-то, вот я с Рязани, хочу потренироваться. Ну, мы как раз сейчас вот уезжаем завтра на соревнования, вот иди, потренируйся, все, я форму с собой у меня. И вот форму, и начал там тренироваться, бороться. В общем, Данилов, оба, ничего себе, тут такой парень приехал. Говорит, ты где был? Я бы тебя, говорит, сейчас на Кубок Союза взял бы. Мы завтра улетаем, уже у нас документы, уже все, уже билет уже. А я бы тебе вот хотя бы на неделю, говорит, раньше пришел, я бы на Кубок Союз тебя забрал. Я говорю, ну, в следующий раз, значит. И вот начал тренироваться, он сразу же пошел, Данилов, тем более, очень был такой человек со связями, он сразу пошел к директору интерната Иванову, помню, с ним договорился, говорит, я вот тебя забираю, Беляев, все. Хватит ему тут учительствовать. Он меня сразу перевел в США, Печорскую, тренером. И там я продолжал, начал тренироваться. Понял, что я уже еще не старый. Начали заниматься победой. Стал победителем чемпионата республики, потом северо-запада России. А вот чемпионат России неоднократно был и пятым, но один раз был третьим. Это уже считается уровень мастер спорта международного класса, как бы уже, ты уже приравниваешься к лидерам, к элите нашего самбо. А потом серьезная травма на международном чемпионате мира в Москве. Были порваны сразу 3 коленные связки. После операции снова тренировался и выступал на соревнованиях. Есть 2 стадии жизни. То есть стадия жизни, когда был спортсмен, молодой, ведущий. И другая стадия – это уже спортсмен, который мастер, ветеран. И тут уже вот эти надо отбрасывать ту жизнь, которая была когда-то. Ну, были регалии, они были. Но между этими регалиями прошел еще, можно сказать, 10 лет практически я не занимался ни борьбой, ни физической культурой, там, ну, мало уделял внимания ей и привел свой организм к плачевному состоянию. То есть я когда первый раз увидел ветеранские соревнования по ветеранам, я приехал и я понял, что я вообще никакой не дышу, ничего. Вот началась работа над собой именно. Я стал хоть вторым там на чемпионате России, но я понял, что я вообще, ну, для себя-то я понял, что я вообще нулевый стал. А привел меня, можно сказать, мой сын ветеранский вид. Потому что мой сын занимался тоже борьбой. Я его как бы привел в школу. И вот мы, он тренируется, и я как бы потихонечку такой начал тоже заводиться.
И вместе с ним я начал тоже уже на ковер заходить. И у нас как бы началось такое первенство. Кто лучше начнет. И я говорю, вот давай, вот твоя сторона медали и моя сторона медали. А в Печору Виктор Беляев приехал, чтобы действительно воплотить мечту своей жизни. Сейчас набирает, скажем так, экспериментальную группу. Не более 12 человек. В работе с этой группой Виктор Васильевич будет использовать свои методики, наработанные годами, в полном объеме. Возьмет мальчишек 8-10 лет. Не всех, конечно. Будет достаточно серьезный отбор по физическим критериям. И с нуля, с самого начала, тренер хочет довести их до побед на чемпионатах России. Вы смотрите «Печорский калейдоскоп». Тревожность. Это чувство, согласитесь, сейчас многие испытывают. Мы решили спросить у детей, а они, как известно, знают все на свете, как же взрослым справляться с стрессами и волнениями. В жизни много волнений и тревог. А что нужно делать взрослым, чтобы не нервничать, не тревожиться? Что бы ты им посоветовала? Ну, я посоветовала им не волноваться. А что сделать, чтобы не волноваться? Чтобы они не смотрели телефон. Мои родители тревожат моя учеба. Почему? Они хотят, чтобы я поступила на хорошую работу, скорее всего. Хорошо училась, да? Ну да. Что нужно вообще взрослым делать, чтобы не нервничать? Что бы ты им посоветовала? Просто хорошо расслабляться всегда, там, выделять себе время. А как хорошо расслабляться, выделять себе время? Если бы я была взрослой, я просто легла на кровати и валялась целый день. Почему? Не знаю, там мягко и удобно. Я бы не нервничала, я бы расслабилась и все. Быть доброжелательными, помогать бабушкам и не воевать между собой. Стресс вредно, потому что кто-то может так испугаться, что может получить инфаркт и чем-то заболеть. Что нужно делать, чтобы не волноваться, не стрессовать? Не ругаться. Ну и все такое, быть доброжелательным. Из-за чего взрослые могут жизнь переживать? Из-за концертов, когда много людей. Взрослые переживают. Да. А что нужно сделать, чтобы не переживать? Подготавливаться много. Надо взять себя в руки и не нервничать. Чтобы не нервничать, нужно находиться рядом с друзьями, которые тебе нравятся. А если нет друзей рядом, что делать? Тогда с сестрами или братьями. Хорошо, а если нет сестер и братьев? Тогда надо завести друзей. Отлично. А вот валерьяночку попить или погулять, как ты считаешь, это как? Прогуляться можно с животными. Главное не забывать о том, то, что мы живем в мире, и она одна, жизнь у нас. Поэтому мы должны вести себя так, как ничего и не было, как будто ничего нету. И мы должны выступать, веселиться и радоваться. Ага. А что нужно сделать, это дети, а что нужно взрослым делать, чтобы не переживать, чтобы не нервничать? Заботиться друг о друге. Немножечко подготовиться лучше. Но так заботиться о своем здоровье и не волноваться. И жить здоровой, счастливой жизнью. Вы смотрите «Печорский калейдоскоп». «Краски осени» – так назывался концерт, который прошел на сцене Дома детского творчества. И, конечно, главные участники – дети.
Вы смотрите «Печорский калейдоскоп». Печора 20-30 лет назад, какой она была, в архиве телерадиокомпании «Волна Плюс» сохранились кадры. Давайте их посмотрим. Тридцать лет исполнилось Печорскому хору ветеранов. Совсем скоро состоится юбилейный концерт этого удивительного коллектива. На одной из репетиций побывала наша съемочная группа. Это удивительные женщины. Забыв про свой почтенный возраст, а большинство вокалисток уже за 70, они приходят сюда, в городское объединение «Досуг», на репетиции. Нравится коллектив, как будто бы родные стали уже. Опять у меня голоса вообще-то слишком нету, но поют хорошо вместе с ними, как будто бы я тоже пою. Подстегиваешь себя как-то на двое, и где-то носик припудрить перед тем, как идти, еще что-то. А потом коллектив... Как без коллектива? Нельзя отрываться, нельзя в четырех стенах сидеть дома. Только год. 12 сентября 2013 года первый раз пришла. Мне сразу понравилось. А пригласила меня, все время уговаривала Зина. Я все время ездили вместе на дачу и говорю, чем я буду зимой заниматься, так скучно будет. Она говорит, приходи в хор, говорю, приду послушать. И очень понравилось, очень отзывчивые. Болеют все друг за друга. Ну, такая обстановка теплая, прямо я радостью хожу, и мне очень нравится. Душевный как-то, коллектив очень душевный, и много общего сразу, разговоры общие, много общего. Все живут полной жизнью, хочется тоже с ними быть. Такого голоса, чтобы уж как артист и певица и такой была. Все поют, и я пою. Главное, чтобы слова выучить, знать наизусть, это тоже для ума надо. Я уже где-то 14 лет здесь, меня привела Нелли Анатольевна сюда, на пенсию ушла и пришла сюда. Ну, нравится мне здесь, все женщины такие душевные, тут поговоришь по душам. 30 лет назад горком партии отдал приказ создать хор ветеранов. Третий секретарь горкома партии Маркиза Строителева начала работу. Совет ветеранов, им тогда руководил Илья Павлович Пантелеев, идею поддержал. И вот уже 8 марта 1985 года в Доме культуры Речников у хора ветеранов состоялось первое выступление. Пели песню «Бабоньки». По цепочке так и передалось. Один, второй. Сначала было нас 8 человек, а потом все подтягивались. Стало 32 человека в хоре. Создавали хор ветеранов, это отдел культуры. Я работала в то время в отделе культуры, завмедкабинетом. И было дано задание, чтобы был в городе у нас хор ветеранов. Тоже в горком партии Марсиса Михайловна вызывала. Тамара Алексеевна Гриценко была. Ну и решили создать этот хор. Объявление у нас в газете было 4 октября 1984 года. По объявлению стали собираться. Первая репетиция была, где Дом пионеров был, на втором этаже. Вот нас было 8 человек, даже не... 7, по-моему. И с этих пор мы начали ходить на репетиции. На фестивали ездили, занимали хорошие места, как говорится, лауреатами были. «Красная гвоздика» были фестивали. А потом два раза. А потом последний раз мы ездили, «Салют Победы» был. Фестиваль тоже в Сыктывкаре. Вот когда я пришла в 90-м году, меня пригласила Москвина Александра Ивановна. Она работала... Водника в больнице, ну там приемный, как она называется, вот, она пригласила, я пришла, говорю, ну знаете, у нас тогда было, проверяли голоса, понимаете, 3 ряда было этих певцов, и мужчинки были, и все такое, а сейчас видите, как осталось совсем, но все равно мы поддерживаем, вот, и считайте, что, как вы сказали, я не знаю, но видите, у нас есть первые голоса, вторые и третьи. И у нас вот Нина Леонидовна, что хочу сказать, она сразу видит, куда человека посадить, понимаете? Или во второй голос, или в первый.
А дисциплинка, да, как она сказала, что у нас есть, приходим к 5 часам, даже не к 5, чуть раньше, разденемся, причешемся, садимся. У нас ничего, что общее, только девочки, садимся, поем. Первым руководителем хора стала Ольга Никифоровна Коваленко. Она собрала, скажем так, костяк хора. Но совмещать работу преподавателя музыки и руководителя хора женщине было действительно очень сложно. Она передала своих вокалисток в надежные руки. Женщин, надо сказать, что они просто молодцы. Они находят время, они работают на дачах, и все же еще находят время прийти вечером попеть. Благодаря этому они живут, общаются друг с другом. Делятся впечатлениями, новостями, политикой занимаются, шьют, вяжут, делятся всем. Я закончила музыкальную школу в 2001 году, и мой педагог по специальности Валентина Александровна Сетрова, которая является концертмейстером академического хора городского объединения «Досуг», позвала сюда работать, заменить тоже молодую концертмейстера. Ольга Соколова была здесь до меня, тоже выучилась Валентина Александровна в музыкальной школе. Вместо нее пришла я. И вот уже 13 лет. Во-первых, для меня, чтобы не забыть инструмент свой. Вот. Ну и так, общение тоже с ними очень интересно. Они такие истории интересные рассказывают. Посидеть, послушать. У них такой богатый опыт общения с людьми. Они, кругозор у них очень большой. Они столько прожили уже. У нас же есть такие участники, которые там уже и 30 лет ходят со дня образования, да, хора. Им историю рассказывают, образование хора. Это послушать просто для себя интересно, для кому, да кому-то рассказать тоже. У меня бабушка ходила в этот хор, Морозова Нина Николаевна. Вот. Ну, с ней я ходила, да, тоже так же на репетиции. Она с меня брала с маленьких лет, можно так сказать. Приходила, слушала. 19 октября участницы хора отметят 30-летний юбилей своего коллектива. В этот день в городском объединении «Досуг» пройдет творческий вечер. Хор обязательно исполнит свои самые любимые песни. 350-24. Этот телефон знают в каждой квартире. Узнал новость – позвони. На сегодня это все. С вами была Инна Климова. Здоровья вам и вашим близким. До свидания.